Если недавние апрельские события и существующие на сегодняшний день реалии не будут учтены на предстоящей встрече президентов Азербайджана и Армении в июне этого года, то мы не намерены вести переговоры ради переговоров. Эта встреча очень важна, она и определит характер последующего этапа переговорного процесса. Об этом заявила вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова. По ее словам, нельзя ждать от этой встречи полного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Безусловно, апрельские бои повлияли на процесс переговоров. На летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ организация должна внести вклад в процесс урегулирования, воспользовавшись режимом прекращения огня. На летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ будут обсуждены все конфликты, и самой актуальной темой будет Нагорно-Карабахский конфликт. Вице-спикер, коснувшись деятельности атомной электростанции Метсамор в Армении, еще раз подчеркнула, что Азербайджан выступает за закрытие атомной электростанции, эксплуатационный срок которой давно истек. Кроме того, станция расположена в сейсмической зоне, что создает дополнительную угрозу для безопасности всего региона. Бахар Мурадова отметила, что этот вопрос неоднократно поднимался в различных международных организациях, и подчеркнула, что на фоне призывов к закрытию станции, звучащих на разных уровнях, соответствующие структуры должны предпринять конкретные шаги в этом направлении.